Не успел еще закончиться сбор урожая яблок, как в Нижегородской области уже спешит созреть новый. В деревне Малая Тарка второй раз за год, причем сразу после яблочного спаса, зацвела яблоня. Вот эта яблоня в этом году уже давала урожай. Вот ее плоды. И вдруг 3 недели назад садоводы семьи Бубновых обнаружил на яблоне побеги, а затем и цветы. Поворачиваем, она у нас цветет. Сами этому удивляемся. Почему, не знаю. Вот яблоки сбросила, вот и зацвела. Ничего, мы специально. Вот как все яблоки, вот видите, в саду. Никто не зацвел, ни одна яблоня. А вот это у нас вот вся в цвету. А запах? Да, запах чудесный. Ароматизированный. И главное, что яблоня больная была, слоё снегом сломала, вот, 2 года назад. Вот верхушечка у нее. Вот думали, она вообще погибнет, а она вон что делает. Но передали, сентябрь будет теплым, сказали. Тоже жарким будет, сказали. Да, есть шанс увидеть второе рождение яблок. Да, яблок.